Вот, после этой мысли, это такая прелесть. Если бы бабушка живет безалкогольная, которая, сама матушка распорядилась, чтобы продать из магазина, сказала, самое лучшее там бальзам. А подождите монаха? Подождите монаха. Ну, подмазка. Ну, того чего, как у волонтеров монаши, которые, если будут хорошие, перспективы, у них есть шанс. То есть там как-то можно, например, реагировать.